Подошел немножко поближе. Хорошо снимать сегодня. Ракурс удачный. Солнышко как раз на эту сторону дома. Вам достаточно красиво. Красивое видео получается. И фото тоже выставлю потом на сайте. Так, что рассказать по доме. Дом 27 этажей. Первый этаж — нежилые помещения. Квартиры все с индивидуальным отоплением. Предпродажная подготовка высокая. То есть в квартире будет, ну, все как бы согласно уже законодательству, стяжки, штукатурки. Но штукатурка финишная, белая. То есть, соответственно, на нее уже можно клеить обои или там, не знаю, там, другими. То есть она уже, в принципе, готова. Ну, металлическая дверь, соответственно, счетчики, розетки, выключатели, все есть, окна ПВХ. Так, подойду поближе. Реально получился красивый дом. По ориентиру, где он расположен, вот с правой стороны, как веду, это улица Островского. Это Островского 21. Дальше Островского 21, корпус 2. Здесь вот рядышком. Здесь, кто помнит, сторожилы или там не сторожилы, в принципе, я даже помню. Здесь был раньше стоял кинотеатр «Юность». Потом, соответственно, в момент перестройки передали в частные лица руки. «Юность», тут был мебельный салон, всякие магазины. В результате здание запустело. Вот на его месте сейчас будут жить люди. Жить, поживать и добра наживать. Такой красавец получается в результате. То есть машину поставить, парковка вокруг есть. Рядом здесь магазин. Пойдем поближе. Покушать, купить Dixie. Если пройти по этой улице, прям вот совсем чуть-чуть, через дом, там вот площадь Полетаева, транспортная развязка. Вот такой вот красавец получается. Но квартир, еще раз повторяюсь, осталось совсем немного. Потому что дом на стадии сдачи. В принципе, тут уже какие-то единицы квартир. Но вам показываю, мало ли, вдруг у вас захочется все-таки вам приобрести здесь квартиру. То есть, пожалуйста, обращайтесь. Солнышко слепит, погода хорошая. Вокруг вам. Ну, соответственно, летом тут все красивей. Все зеленое. Зеленые зоны. Травка. Деревья. Все как бы классно. Квартиры можно покупать от застройщика. Целиком с отделки, с ремонтом. Отдельно по ремонту уже, соответственно, надо разговаривать. Там у каждого свое представление. Но есть понятие цены, которая, в принципе, 7500 за квадратный метр. Это вместе с ремонтом, с отделкой и с материалами целиком квартира ваша будет отделана. Если вдруг вы захотите там поменять что-либо там, пожалуйста, все оговаривается. Вдруг у вас представление о ремонте другое. И застройщик берет на себя и такую ответственность. Недавно звонила женщина, хотела купить квартиру. Он говорит, у меня нет мужских рук, а хочется мне новостройку. То есть это как раз вот вариант, когда можно вот этим не заморачиваться. Застройщик сам сделает ремонт в квартире. И также капитал строитель жилья. Такой же подход к другим жилым комплексам. Покупая квартиру у него, можно рассчитывать на ремонт. Ну, конечно, посчитать выгодно-невыгодно. У кого, соответственно, какие денежки на руках. Немного покажу вам с другого ракурса еще жилой комплекс «Юность». Здесь вот рядышком прям как раз офис. Застройщик, капитал, строитель жилья. А теперь смотрите важную информацию. Можно купить квартиру от застройщика по цене застройщика и получить подарок, денежный сертификат на 4000 рублей. Это сертификат лично от меня. Так что если захотите купить квартиру, звоните мне по телефону 8-910-973-33. Зовут меня Тилков Сергей Валерьевич. Насчет сертификата оговаривать строго при бронировании. Цена строительной компании. Можно купить в рассрочку, по ипотеке. Но этот дом по рассрочке уже, наверное, не подойдет, потому что стадия строительства здесь достаточно
высокая, и сдача тут близко. Поэтому тут за наличку или по ипотеке обращайтесь.